Hey, okay, с вами Шмик, мы продолжаем проходить игру под названием Forgotten Hill Desolutions. Вы помните, что мы остановились на том, что у нас уже есть монета, но мы не знаем, что делать. Я, короче, обратился, так сказать, к чтиве. И я почитал, и оказывается, та херня, где мы получили рыбу, выбираем ту рыбу и нажимаем то количество раз, какое там было нарисовано. Я думал, я должен типа по порядку был это все сделать, оказывается, нихера. У нас есть жемчужина, окей. Ну, хотя бы теперь можно понять, что нам делать. Так, ключик отсюда. А, да, все. Вон что оно было закрыто написано. Какая тень принадлежит змее? Точно не это. А это чем отличается? Я не понимаю, а чем это отличается от этого? Понял. Найдите того, кто вторгся сюда. Куда сюда? Куда сюда? Кто? Куда? О, это постоянно надо смотреть. Ну, вообще-то так креветка. Начнем с этого. Оно сбрасывается. Значит, я должен угадать. Сейчас муха летает по комнате. Я не знаю, где, что здесь вторглась. Это вообще, блядь, креветка. Куда вторгся? Сюда. Сюда вторгся. Куда? Кто? Куда? Это змея. Тут хотя бы логично. А, подожди. То есть я должен сказать, кто это вообще такой? Или это нет? Так, это нажимал, это нажимал. Это креветка, блядь. Это креветка. Причем здесь это что-то? Паук? Ладно. Какой из этих узлов настоящий? Этот нет. Этот нет. Короче, эти два нет. Это тоже нет. Давай, скажи, что ты на третий нажал. Там либо второе, либо четвертое. Ну, блин, я не знаю, правильно ли этот. А, нет, вот это только. А я на второй нажимал, а он, оказывается, на третий нашел. Что дальше? Ну, это логично. Если это было это, значит, следующее будет верхнее. Так какой же ответ правильный?
Короче, это единица. Только при чем здесь это? Типа здесь должен быть ответ? Пускай это будет единица. Единица это значит 8. 8 плюс 3. 12. Да, я умный. Да. 12. 11. Значит... Аллилуйя. Искусственная культура. Наконец-то мы прошли этот сраный уровень. Искусственно-культурный. В самом новом крыле музея на Заводной горе представлена ошибочная коллекция статуй и скульптур из разных исторических периодов и стран во всем мире. Наш добрый друг Густан Меллар может стать вашим гидом и рассказать вам потрясающие вещи и шутливые истории о каждом из экспонатов нашего музея. Да, все, уходи, ты мне не интересен. Сразу ищем карту. Чё, как? Сейчас будем еще все рассматривать. В окрестностях. Что у нас где? И потом я буду собираться уезжать. Прикольно. Так. Mason Operations. Безумное что-то там. Мне очень жаль, сэр, здесь нельзя фотографировать. Ладно. Он на чем-то играет, это на чем-то дудит. А этот злобственно играет на скрипке. Такой ти-ти-ти-ти. Ого, тут комната. Тут еще лабиринт какой-то, я смотрю. Или что это в виде замка? Короче, глазник, видосики, не знаю, что это, скульптуры, походу, и выход. Колесо задерживали, так, заржавело, и эта штука очень тяжело, и просто не могу сдвинуть ее. Это мелкие парниши мертвые какие-то. Им вбили в голову в гвозди. Ну, типа этот мирный такой. Его схватил и натыкнул его в голову. Ладно, проектор. Сердце, глаз, голова, череп и муки. Что-то непонятное. Одно такое, ё-моё, что тут делаю? Второй, о боже мой, я не могу на это смотреть. Так, ничего не одевается. Ага, это типа жабы. Так, подожди. А, она закрыта. Окей, это ничего не делается. Грустный кошак. А, это маска этого челика даже. Парень, я смотрю, тоже мертвый. Так. В
второй. Третий у нас. Тихо, я сейчас. Нарисовать их еще надо же. Как я просто так сделаю. У меня так болит голова. Дай, мальчик, это не страшно. Вот увидишь, это пройдет. Сосредоточься на звуке колокола и пойдете в его ритм. И пойти в его ритм. Слушайте, мне кажется, он один из похищенных. И у этого в голове гвозди. А он психопат с молотком, вбивает их. Оказывается, это дети. Молодец, он маньяк. Может, мне в проекторную нужно зайти? А, вот он. Первый. И четвертый. Только вот мне интересно, я должен типа как-то их буду нажать или что? Просто идеи нету, что мне вообще делать. Есть просто какая-то непонятная тряпка. Тряпка, которую я не могу никак использовать. Типа, для чего она мне тогда? Какая-то вот передвигается и все. Здесь тоже ничего не используется. Здесь не повесить ничего. Я должен парню помочь. А, подожди. Откуда эти числа? Я их потому что ни в какой комнате не видел. В чем проблема? Я ни у кого не видел знаков. Ни в какой из комнат я не видел знаки. Ладно, сделаю так. Ok.
Окей, какие-то нолики. Масленка. А масленка это для колес. Может, мы просто это так видим? Я вижу тебя. И я вижу, что ты видишь меня. А вот теперь ты меня не видишь. А, она закаменела, нихера себе. Ага, и что мне это дало? Заметьте, что у меня больше вообще ничего нету. Шарики. Нахуя? Нахера нам с вами анальные шарики? 5 штук. Вообще не понимаю, для чего нам шарики. Подожди. Если бы это гла... Если это глаза, и мне нужно... Тогда так. Так стоять. Проекторная. Ключ. А чего ключ? Так, короче, здесь только музыкальные инструменты. Ясно. Не открывается, ладненько. В проекторной ничего нету. Эти камни это просто детишки. Типа мне нужно всех ровно, да, поставить. Тот, который самый высокий, берете меня этими местами. Но эти не взлетают. Так, муха, иди в жопу отсюда. Я тебя уже ударил. Все, значит, я тебя поймать смогу.
Найс. Так, какой-то глаз и еще одна карточка. Ну, глаз это понятно кому. Давайте нихера. Минус первый этаж. Какая-то другая книга. Forgotten Hill музеи. Скульптур коллекция. Статуя Тисполитикалита. Физическое воплощение бога Теплоликалитна, по мнению ацтеков. Он используется для пары глаз, чтобы видеть все зло человечества. Чтобы успокоить свой гнев, ацтеки организовали церемонию, которая завершила сожжением заключенных, которые перед смертью были извлечены из пламени и чьи сердца были удалены. Статуя Хикамекаэтля. Статуя из вулканической лавы, созданная во славу богини плодородия и кукурузы. В период сбора урожая молодая девственница была принесена в жертву, обезглавлена, и ее кровь пролилась на старое божество. Один из лучших экспонатов коллекции. Эта статуя была подарена музею Виктору Астергадером, чтобы каждый мог полюбоваться ею. Падший ангел. Мраморная статуя, которая была выточена в первой половине 17 века, автор которой так и остался неизвестен. Первоначально расположенная рядом с кальвинистской церковью. Она получила серьезные повреждения во время землетрясения в 1892 году. Наш куратор Густав Меллор позаботился о точной реставрации и установке в музее. Искренний лжец. Каменная статуя, которая была обнаружена в северном лесу в небольшой норвежской деревушке Нотодрум. Она изображена Вислоки, дух, в который отправлены потерянные души, чтобы он направил их. Говорят, что его девиз был таким: правда, не всегда правильный путь. Главное заключается в том, чтобы не менять свое мнение на полпути. Испуганная служанка. Каменная статуя, которая изображает молодую девушку, приносящая от страха. Приседающая от страха. Автор произведения, скульптура Герберт Ван Дел Блаф, рекомендовал, чтобы название было всегда хорошо видно в месте установки статуи. Наверное, именно поэтому ужас не так очевиден в эмоции этой женщины. Так, какая-то баночка, скульптуры. Ага, и математика пошла. Ну, давайте... 12... 15... Пускай будет, я не знаю. А, 99. Так, шестерки нету.
107, 110, 119. Да. Так, все, у нас есть карта. Тут еще есть какой-то подвал. Если это, допустим, первый, то он прикрывает свое лицо. Ну, вот такой вот. Подожди, это четвертое. Это третье. А, то есть ты на той стороне вообще не работаешь. Так, балалайка и ключ. Балалайка. А мне откуда знать? Подожди, Арели, откуда мне знать этот код? Куда? Баночка, нахера мне баночка? Для чего мне баночка? Подожди. Так, а это типа... Типа так, как я понял.
Или даже нет. Вопрос. Мне кажется, это сейчас для меня бесполезно, так ведь? Типа, какой смысл мне знать? Если для меня они все одинаковые. Ну хотя, если они будут сейчас снова наживные. Но они же одинаковые. Так, подожди, бочонок с мясом. Это тебе дать надо? Слушай, а нахера мне мясо? А вот это вот интересно. Я должен куда-то вернуться назад. Минутку, минуточку. Минуточку, минуточку. А у нас кто-то еще был живой? Фиг его знает. Пока что я не врубаюсь. Это пока что. У нас есть банка с мясом. Кому или кто-то просил хавать. Это ничего такого не просят. Погнали к рыбам. Сразу с конца буду начинать. Короче говоря, это тоже не туда. Значит, кому-то здесь я нужно дать.
Я вообще не знаю. О, голова паука. Может, тебе нужно это дать? Подожди, а на первом этаже что у нас было? Ну, на минус первом. И что? Банку я здесь нашел. Вернуть банку я не могу. Фиг его, короче говоря. Из них никто не хавает. Почему у него я мог забрать это? Я понял. 4. Раз, два, три. Короче, только три раза можно отдать им. Так, по два. Так, 1 и 2. Эмблема. Непонятно какая. Непонятно для чего. Но я догадываюсь. Уже не догадываюсь. Тюмекал. Мне, ну, ее нужно изобразить здесь. Зачем ты вышел? Мне интересно, куда вот этот круг делся. То, что его тут вообще нету. Вот раз круг, два круг, палка и вот эта херта. Так, теперь я понял. Так, я могу только шире делать. А, она немного под наклоном. Вон оно что.
Ни хера не понимаю. Но оно же такое же. Если ровно нужно сделать, вы говорите, что ровно. Можно нижний сделать, ладно, давайте на нижний сделаем. А, типа оно только по ровной едет, подожди. Так, флейт и ключик. Сразу думаем, придумали. Истина, ложь. Короче, это истина. Это ложь. Это ложь. Истина. А этого не было. Это ложь. Это ложь. Окей. Короче, когда треугольничек, просто идите туда, куда вы до этого шли. Просто не меняя позиции. Ух ты ж, ё-моё, это типа пятнашек. Нехеровые пятнашки. Так, один готов. Потом мадам. Стоп, мне нужен старик и мадам поменять со стариком. Я пятнашлик гений, поэтому сейчас все будет. Головы. Тупые головы старикана. Так, давайте, чтобы я не путался, я девку верну обратно домой. Так, осталось старикана переместить. Бля.
Мне только старик не мини... с этим лицом не хочет становиться в один ряд. Наконец-то. Ох ты ж ё-моё, досидос. Так, эта херня у нас получается ровная палка. Круг по центру. Готово. Так, а, это вообще бубен? В смысле, кто на бубне там играет? Ты на бубне играешь? Нихера себе. Он, оказывается, на бубне играет. Ну что, нулевой этаж? Ну, минус второй, ладно. Так, письмо. Нихера себе. Скримачок. Спасибо за кирку. Вопрос только для чего? Подожди, для чего мне кирка? Слушайте, я вообще не помню, для чего кирка. Для чего мне кирка нужна? Сорян. Так, попырлис, но на самом деле это ноты. О! Как это? Танец рыцарей, да? Или как-то так называется? О, авторские права. Ах, небеса, какая красивая симфония. Я должен пойти и послушать ее в моей студии. Мне болит голова, помоги мне, пожалуйста. А куда мне идти? Она теперь постоянно будет играть у меня? А, не, все. Прекратила. По крайней мере. Его кабинет. Вообще не пойму, куда мне идти прямо тут и сейчас. У нас ничего нету. Может, я теперь просто могу выйти с музея? А давайте попробуем.
готовимся уйти отсюда. Мы, в принципе, посмотрели все в музее. Стоп, а куда мне идти тогда? Я музыку выключил. А куда мне тогда идти, подождите? А, у меня монеты нету. Так мне не сказали, куда мне идти, получается. А как я тебе помогу? Я думал, мне хотя бы дадут последнюю часть этого. Но еще на первый этаж мы можем съездить. И все. О, все, музыка закончилась. Ну, типа, и что мне это дало? Хотя, подожди. А, он не вернулся. Это не работает. Походу какое-то очередное место, где я ничего не могу сделать. Никуда не забрать, не собрать. И тут ничего даже не появилось. Но это тоже считается как монета, но... Слушайте, давайте, наверное, тогда где-то здесь мы с вами закончим. Потому что я лично не знаю, куда мне идти. И вообще, могу я куда-то пойти. То, что у нас с вами, в принципе, ничего нету. Что мы могли бы использовать. Ну, тут появились глаза, ну и все. Мы получили ноты, и на этом все. Больше ничего здесь построить не могу. Подожди, вы хотите... Окей.
А, в натуре. Короче, нам сюда еще нужно будет прийти. Тут какие-то зубы и здесь какой-то крест. Ну я смотрел. Алло, я уже там побывал. Просто вот так жмякаете. Ладно, мне просто тогда повезло, так уж и быть. Я просто не понимаю, что мне тогда делать. Ладно, короче, давайте на этом, я тогда думаю, с вами закончим. Потом я что-то я снова прочту и продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем до новых встреч, друзья. Всем пока.